задерживать дыхание, чтобы жить дольше. Такой парадоксальный, на первый взгляд, девиз взял на вооружение свердловский изобретатель. И это никак не связано с загрязнением воздуха. Ученый уверен, только так человек может натренировать свою кровь более эффективно усваивать кислород. На себе эту теорию испытал корреспондент ОТВ Антон Чистяков. То есть ваш совет как специалиста – дышать пореже? Пореже и не глубоко. Все подробности узнаете сегодня из вечерних выпусков событий.